С начала года за антирабической помощью в больнице обратилось 1782 пострадавших от укуса и оцарапания животными. Из них 86% пострадало от укуса собак. В нашей области в этом году зарегистрировано 6 неблагополучных пунктов по бешенству среди животных. В таких районах, как Атигибийский, Иргизский, Темирский, Уилский, а также в самом Актобе. Ежегодно вакцинируется крупный рогатый, мелкорогатый скот, верблюды против бешенства. Здесь именно полного охвата поголовья вакцинации бешенством у нас не происходит, потому что она очень дорогостоящий препарат, но и здесь просто по эпизод ситуации, по ранней выявляемости в этих районах определяются места, где вакцинируется скот. Источником заражения бешенством домашних животных являются лисы и волки. Именно поэтому особое внимание зоологи уделяют работе по распространению вирус-вакцин при помощи малой авиации. В этом году дозы препаратов были разбросаны на территории Атикибийского, Мугалжарского, Хабдинского районов. Как уверяют специалисты, эти методы дают результаты. Если в 2013 году было зафиксировано 11 очагов распространения бешенства, в 2014 – 5, то в этом году за 8 месяцев всего 2 очага. На сегодняшний день у нас вакцинировано крупный рогатый скот по области 104 тысячи, мелкий рогатый скот 65 тысяч, лошади 4200, верблюды 2040 и собаки 35100. Из местного бюджета выделено около 28 миллионов тысяч тенге. На сегодняшний день работа продолжается. Специалисты предупреждают, в случае получения укусов животных необходимо незамедлительно обратиться к специалистам. Стоит помнить, что заразиться бешенством можно и через слюну больного животного. Айшат Ибрагимова, Жаслан Джубаев, программа «Факт».